приветище, это потерянные в игре. И мы продолжаем. Продолжаем спускаться на морское дно. Дело в том, что мы откопали подводную лодку вот такую вот шикарную и спустились вниз. А братюнька так и продолжает сидеть в брюхе огромной рыбины. Что ж, попробуем его оттуда вытащить. Значит, у нас тут есть красный огонек, который постоянно что-то тут выскакивает, вскакивает. Тут вот куда-то руку затолкал. Там топата какая-то. Ну, то есть ничего нету, видимо. И есть возможность нам опуститься еще глубже. Что ж мы этим воспользуемся? Ух, какой здоровенный рыб. О, я, кстати, вот такие вот штуки видел светящиеся. Ну-ка, давай поболтаем. Рыба, здорово! Покричал ей в ухо, но... Она говорит, типа, нужен граммофон, чтобы она услышала. Понятно. Есть еще вот такая вот медузка. Она вроде как нас направляет. Это наша подружечка. Что у нас в сундучке, давай? В сундучке. В рюкзачке. В рюкзачке ничего нет. Ладно, спускаемся вниз. Медузка, куда же ты нас ведешь? Рачки. Два рачка. Один побольше, другой поменьше. О, здесь что-то светилось, сверкалось. Здесь освещение отличное, прям как фонари. Куда ты убежал-то? Подожди. Ладно, рачок, подожди. Куда вы все убегаете? Я только на вас тыкаю, они все убегают. Рачок. Он заткнул дырку. Ой, какая страшная тут, смотри, скала. Роджерс, какая кричащая, да? Вопиющая, я бы сказал. Эй, рак. Рак не выходит. Надо починить вот эту штуку, видимо. А, смотри, он прибежался. Стой, то есть я когда уплываю вверх, он подбегает сюда. Ага. А вот с этим можно взаимодействовать или он все? Я пробку забрал. А для чего пробка? Непонятно. Я здесь больше ни с чем взаимодействовать не могу. Поэтому всплываем наверх. Пробка, пробка, пробка. Куда же тебя применить? Спящую рыбину пока не трогаем. Кстати, в прошлой серии в книге был скелет рыбий. И вот в комментариях писали, что это отсылка к чему-то. И я читал это, просто я уже не помню, честно. Это было давно. Комментарий читается, так что не переживай. Значит, рыбину, может мы ее сейчас туда спрячем? А, вон оно что, и вот для чего пробка. Смотри, рыбина теперь здесь светит. Вот, ну, точнее, это не рыбина, это светлячок этот красный. Сейчас мы заткнем эту дырку. И он не сможет сюда вылезти, а я достану этот светлячок отсюда. Да, круто. Слушай, ну это похоже на медузу какую-то едкую, опасную, ядовитую. Как бы нежелательно ее рукой трогать. Так. Что мы можем сделать с этой штукой? Я думаю, что ее вниз можно... Вниз, 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 давай. Вот сюда, здесь куда-то осветительный прибор шлепнуть, да? Прокатит так? Вот, смотри-ка. Прокатило. Теперь я могу управлять вот этим крабиком. По крайней мере, трогать его. А, мы шляпку... А вот и, кстати, граммофон. Отличный граммофон. Ты посмотри, какая дудка-то. Ништяк. Пойдем как дунем в ухо этой спящей рыбины. Эй, рыба. Проснись и пой. Эй-о. Она проснулась. И давай поболтаем. Амани кубрига фляша. Угу. Короче, чтобы получить ее цветок, как бы вот эту приманку на башке, нужно принести... 6 медуз. Либо разгадать загадку с 6 медузами. Да, скорее всего, загадку разгадать. Итак, у нас здесь есть, смотри, 1, 2, 4, 3 и 5. Это знаешь, как на кубиках, которые бросаешь, чтобы ход сделать в игре. Вот то же самое. И что? То есть мне нужно как-то их уместить сюда? По порядку как-то расставить? Допустим, 5. Я поставлю сюда 5. 1, так, подожди. 1. 1, 1, 1, значит, ну, допустим, 2, давай просто по порядку вначале попробуем, 2, 4, 5, да? Все так просто? Ну, ладно, смотри, здесь пустая уже есть, окей, значит, тут пустая, а пустая, так, кажется, я начинаю понимать, что от меня хотят, то есть я здесь делаю вот так, по нарастающей, здесь светит, а здесь вот так должно быть, да? Нет, не угадал, не угадал. Может быть, вот так? Вот так. А, нет, подожди, нет, 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 нет. Здесь по нарастающей все. То есть мы должны прийти с обоих сторон вот к этому, к этой медузе. То есть здесь у нас идет зарождение. Получается, что... А, может быть, это по часовой стрелке идет?
То есть, по часовой, если по часовой стрелке, то, то как бы вот так, вот так. Да, точно. То есть, тут пустая, ничего не было. Здесь потом появилась вот такая вот штука, потом такая, такая, как яйцеклетка зародилась. Потом она стала вот такой, потом такой и вот такой. Да, точно. Ой, еще сложнее. Офигеть. То есть, мне надо 6 загадок разгадать его медузных. Ладно. Попробуем. Значит, у нас здесь перекрестие. Минус, вертикальный минус. Сложненько, сложненько. Так, допустим. Да, вот тут сейчас голову придется поломать. Значит, здесь единица, здесь двойка. Здесь, наверное, вот так вот горизонтальный минус. Здесь тройка. Ну, как бы логично, да? Потом здесь. Здесь у нас, возможно, перекрестие тройное. Вот так вот. Или нет, или тут... Тут двойное, вот такое вот, наверное. Хотя это не точно. Хотя это... Подожди. А, вот эту нельзя вытащить. Я хотел вот эту вот сюда наверх поставить, но нет, так нет. Так не сработает. Так. Это центры. То есть они что-то комбинируют. Они что-то комбинируют. То есть... до меня дошло как. Все. Смотри, это выражение. Это то есть... Как это называется-то? Господи. В математике-то. Уравнение. Своего рода. Смотри, я сюда ставлю вот так вот. То есть 2 минус 3 получается 1. Логично, да? Потом я вот эту ставлю сюда. Это то есть единица убирается такая вот. Вот вроде да. Единица убирается, получается. Ну, тут как бы тогда две полоски должно быть, правильно же? Ну, не знаю, допустим. Допустим. Блин, а вот эти куда тогда? С вот этим вот. Вот так вот сюда? Нет, нифига. Значит, вот это вот все не так. Подожди, давай все это разберем. Разбираем. То есть, здесь у нас должен получиться вот такой вот крестик. У нас здесь есть единица. Единица... Что добавить-то? Что убрать? Допустим, так. Дальше у нас идет. Надо вот решить вот это вот уравнение. И все остальные сложатся. Ты поймешь, как их там расставить все. Получается, здесь у нас вот такое вот. Подожди, может быть такое и вот такое вот. Вот так вот тут должно быть, если тут все перекрестия. Подожди, вот, кажется, я понял. Вот так вот должно быть. Вот так вот должно быть, наверное. Раз здесь крестики. Здесь все вертикальные. Все, понял. Горизонтальный, вертикальный. Все, до меня дошло. Смотри, здесь будут все вертикальные. А здесь будут все горизонтальные. Вот как это решается. Тут-то, блин, тут вообще просто. Там никакого уравнения. Просто школьная программа, блин. Детсадовская даже программа, я тебе сказал. Я голову ломал. Думал, все сложнее. Значит, тут у нас чего? Здесь у нас такие огоньки. У нас получается здесь вот эти вот медузы плавают, а тут уже часть решена. Ясно. Смотри, значит, здесь у нас оранжевый внутри, голубой снаружи, здесь оранжевый снаружи, голубой внутри. Ага. И получается что? И что должно получиться? Офиг его знает. Значит, вот этот голубенький идет, потом идет, наверное, оранжевенький. Или нет? Офиг его знает. Подожди, здесь голубой, оранжевый. Допустим, здесь у нас такой. Нам здесь показали вот решение. Типа вот так вот должно начинаться все. Голубой, потом оранжевый, голубой. Так, ну допустим, ладно, здесь есть и такой. Я просто чисто оранжевого здесь не вижу. Чисто оранжевого. Его здесь как бы нету. Может быть, голубой с голубым. Но тогда какое отношение здесь имеет оранжевый? А вот фиг его знает. А может быть, вот этот вот. Ладно, давай попытаемся что-нибудь уже собрать. Там подумаем. Значит, оранжевый, голубой. Оранжевый. Здесь. Нам нужно вот этот вот сюда. Похож чем-то вот на это. Дальше у нас идет.
А, подожди, кажется, я понял. Кажется, я понял. Идет череда. Вот это сюда. Потом у нас идет оранжевый. Вот так вот. И замыкает это все вот так вот. Так вот. Вот, здесь мы собрали. Здесь мы собрали. Теперь нужно вот эти вот понять. Как что, как чего. А, как. Здесь вот показан вот этот вот значок, да? Оранжевый, голубой. Значит, получается, у нас есть оранжевый, голубой? Он идет к этому. Значит, и здесь он идет тоже. А все остальное, как здесь. Раз, два, три комбинация. Раз, два, три комбинация. Похоже, похоже. Значит, она сюда уходит. А, и здесь выходит вот так вот. Да, точно, сошлось. Голова работает. Мозги у тебя в отличном порядке, поэтому держи цветочек. Приманочку. Спасибо. Ты лучше всех. Здесь мы все зарешали. Получено достижение. Brain J-Lo. Головоломочки медуз. Головоломочки медуз. Ну что так долго грузится? Мы всплыли. Единственное, я не помню, для чего нам этот цветок нужен был. Поплыли. Поплыли, поплыли, поплыли. Поплыли, а что-то не плывем? Поплыли. Так, и что мы с этим сделаем? Нам занырнуть надо? Кстати, в прошлом ролике все удивлялись, зачем рыбе нужна была трубка подводная. Это же рыба. Она просто балдела. Она представляла, как будто она под водой дышит. Значит, переключаемся на братенька. Нам это нужно? Для чего нам? Сможет? Нет, языка он не дотянется. Нужна метелка. А вот эта штука под метелку подойдет, как думаешь? Я думаю, что подойдет, поэтому давай в рот закинуть попробуем. Может, и прокатит. Рыбина, ты хочешь хавать? Давай схаваешь. А, отлично. Вот, ты взял. А теперь давай-ка мы вот эту штучкой попробуем почесать ему этот язычок. А, отлично. О, и дедок тоже здесь. Здорово. Наш братенек рыцарь вернулся. Туалетный рыцарь с ведром на башке. Итак, мы поплыли. Поплыли дальше в наше великое путешествие. О, круто. Дедок! А он снова опять в желудке у какой-то рыбы. Еще и телек там есть, смотри. Еще и видак там есть. Нифига себе. Вот это обозначение. Вот это знак. До дома вам... Да, я тоже не знаю таких цифр. Смотри, до дома вам 5... триллионов, миллиардов, сексиллионов, 73 миллиарда сексиллионов километров, короче. Вот так вот. Смотри, сколько нулей. Я даже таких цифр-то не знаю. Да, километров. Вот. Как бы так. О, очки. Велик. Велик. Походу, надо велик починить. Смотрим, как раз на две седухи. Для братюнька и для сеструхи. Как раз на две седухи для братюнька и сеструхи. Вот это рыбчик пошел, да? Очки давай снимем. Вот очки. А, он же... Дед-развратник. Зубная фея. Время идет, а вам пора пройти через ворота лягух, чтобы вернуться домой. Если луна исчезнет, то вы не сможете пройти, потому что забор разрушится. Так что спешите. Ну что-то не то ты сделал, дед фей. О, вот это другое дело. Погнали! Ой-ой-ой.
Куда это мы приехали? Я думал... Здравствуйте. Это же тролли. Тролли, здорово. Я не думал, что вы тут... Смотри, какой слон прикольный. Машинированный слон. Так, давай поболтаем. До дома поможете добраться? До дома, говоришь? Ой, это вам через ворот надо идти. Это далеко, капец как далеко. Через реку с драконами, через реку с котятами. Надо вам перебраться. Где такой репу чешет? У меня есть идея. Да, идея классная, подубасить машину. План «Летающий дракон». Ролики нужны. Башка дракон нужна. С велика колес снимем? Да, без проблем. Сеструха уже начала. Братюнь говорит, а зачем ты колеса откручиваешь? Он говорит, так нам нужны колеса, ты чё? Чё-то я не понимаю, а чё братюнь-то возникает? Братюнь, ты чё? Чё ты на сеструху наезжаешь? Мы можем куда-то здесь и чё-то сходить? Ну, там. О, смотри, запчасти какие. Прикольно. Вот ролики, кстати, есть. Сними ролики. Но он не дотянется. Мелкий шкот. Ведро, кстати, это же наше, по-моему, ведро. Мы его привезли. Смотри, болтик могу отсюда достать какой-то. Он сыкует, не хочет доставать. Говорит, я сейчас тут достану, но все развалится. О, пошли в пустыню. О, прикольный чайник. Он еще и с какой-то дудкой. Нифига себе дудка, смотри, когда чайник скипает, вот эта дудка играет. Ну, по крайней мере, к чайнику идет вот эта труба. Можно это все дело как здесь... Смотри, там это... Там, ты видишь, кактус живой? Кактус живой, он там офигевает, он в планшет смотрит, пялит там, смотри. Офигеть. Кто бы мог под... А может быть это тот дед-фей? Ладно, туда... я еще могу дальше пройти, но... Да, дальше могу пройти, но как бы зачем? Давай мы здесь разберемся со всем. Могу тыкнуть сюда. Хуйла пентимон. Какое-то матерное слово произнес. Не будем повторять. Могу нажать... Вот на эти пипки, это пипки, это клавиши. Клавиши для игры на этой. На дудке. Да как не дудка, а это. Ту-ту-ту-ту, на трубе. Вот. Значит, давай мы нажмем. Попробуем. Не, ну это не так работает. Это тумблеры, но похоже все это на трубу. А, понятно, он только один тумблер вечно вращает. Я думал, последний может еще круто, но нет. Ладно, допустим, все. А вот этот вот, смотри, труба тут какая-то есть, достанешь? А может нам эти трубы соединить как-то надо? Смотри, вот тут вот так вот, жик, вот сюда. Ладно, здесь у робота мы ничего не можем отвинтить, открутить. Пойдем туда сходим. Звезды там падают, загадывать над желание же. Вон, наконец-то до него дошли. А, он бреется. Это зеркало у него в руках. Так, я понял, нам надо кактусу как-то помочь побриться. И это у него не борода, а это у него пена для бритья на лице. Акашу. Да, это фигово, конечно. И чем я тебе могу помочь, интересно? Чем же я тебе могу помочь? Тут больше никуда не пройти. Пойдем обратно к сеструхе вернемся, может она уже колесо открутила, как думаешь? Сеструха! Механик, сеструха. Ты там намутил что-нибудь, нет? Так, так, так. Сейчас посмотрим. Сеструха, ну ты... Да блин, она такая долгая. Давай попробуем полутать с троллями. Пронтирабин. Угу. А вот эта мадемуазель что скажет? А, все по-новому, понятно. Сейчас она опять план достанет, ну конечно. Зачем я у нее спросил? Ролики я знаю, где достать. Драконью бошку я не знаю, где достать. Она где-то далеко, драконья башка. По карте вашей. Мы видели ее, но... Драконы далеко, короче, отсюда. Ну чё, сеструха, ну чё ты там с колесом-то? Понятно. Кутикали, каликулю. Ну ты понял, что она сказала, да? Типа, иди гуляй, Василий. Колесо. Смотри, точнее... руль от корабля, я хотел сказать. Но нет, он все равно тянется к роликам.
И как же нам достать ролики? Логично вот эту штуку как-то вытащить. Но как ты ее вытащишь? То есть вот эту штуку мы вытаскиваем, вот это белье начинает ехать, и мы, оно опускается, видимо, либо на колени встает слон, и нитка опускается, и мы сможем забрать ролики. Но как это сделать? Для этого нам нужно достать, наверное, трубу. А до трубы я тоже не достаю. Да, до трубы я тоже не достаю. И здесь как бы не с чем взаимодействовать-то больше. Сюда я только глазом могу пялиться. Опять матерное слово произнес. Ха. Это что, только с кактусом там взаимодействовать? Кактус, подскажи мне, что... А, вот! Вот куда еще не дошел. Смотри, тут есть пульт. Есть какая-то фигня. Ага. Ага. Двигатель могу? Что-то с двигателем. Нет, он на кресло садится. Все, значит, нужно что-то здесь сделать, по-любому. Давай поболтаем с троллем. Жирным троллем. Кассету принеси мне. Фильм нужен. Чтобы в кассету нужно вставить видак, у него поиграет фильм какой-то, и все будет ок. О, здесь еще и дальше можно пройти, нифига себе. А я все терся в одной зоне. Так, дошли до машины, у которой фонарь светит. Ты представляешь, сколько же она... Ой, там кассет дофига. Там очень много кассет. Открывай. Открывай капот. Нет, тут нужна комбинация. Значит, она там что? Она бьет по фонарю, по-моему. Потом по номеру. И по капоту. Нет? Не так? Ага. А, вон оно что. Все. Надо пойти посмотреть, как бабка комбинацию эту делает. Сейчас я сюда вернусь. Ох уж эта бабка придумала, блин, комбинацию для своего сейфа в виде разваленной машины. Только что смотрел на нее, ну, что-то не обратил на это внимания вообще. Думал, ну зачем мне это, для чего? Бабка! Открой мне секрет, как открывать старые машины. Давай поболтаем. Смотри, значит, она бьет сюда, потом в номер. И два раза... Все, я понял, спасибо. Я раскрыл твой тайный код. Пошел открывать тачку. Пока добегу, там уже луна, вон, смотри. Скоро все, она исчезнет. А мы до дома так и не доберемся, потому что я тут хожу, брожу и пинаю баклуши. Сейчас будет тебе кассета для видика. И видос будет крутой. Вон туда, к машинке. Значит, бьем сюда. Давай бей. Потом в номер. И два раза по капоту. Давай еще. Да куда ты пьешь-то, тупень? Капот. Еще раз. Нет, прикинь. О, открылось. Ништяк. Я вначале думал, что не сработало. Значит, есть кассета, отлично. Идем вниз. Идем вниз. А туда точно больше нельзя пройти? Нет. Можно! О, знакомые лица! Жабсик! Че расскажешь? Наглый жаб. Вот и висит там. Не, нифига. Руку помощи я тебе, наверное, не протяну. Зачем ты это сделал? Понятно, значит, его тут обрезать нужно. Кстати, его парашют пригодится нам в виде крыльев драконьих. О, это здорово. О, тут еще можно. Нифига себе, тут сколько... Идти вперед можно-то. Значит, что мы здесь имеем? Газонокосилка есть. И только с ней мы можем тут взаимодействовать. Ну-ка, давай попробуем. Не дотянулся. Наш шкет. Дальше еще можно пройти. Хо-хо. Ящерица. Так, вот эта штука нам явно нужна. Да, она точно нам нужна. Это ящеры какие-то. Здорово, ящеры. Стреляй в него, это бандит. Он хочет забрать у нас жезл. Отлично, здорово. Газонокосилка есть. Пойдем еще раз к ним сходим. Ну, давай вначале газонокосилку соберем. Ей же можно побрить. Да, бороду. А, снова были. Смотри, все равно трава выросла заново. Я думал газонокосилкой побрить кактус. Но, видимо, нет. А зачем я туда прыгнул? А, вон она что. Тайный агент. Ой, бежим. Бежим.
Понятно, нам нужно бочку чем-то защитить еще, чтобы пройти к жабам. Давай вернемся. Зеркало, точно, нам нужно зеркало. Кактуса забрать, и зеркало будет отлично отражать лазеры. И тем самым мы подстрелим самих жаб. Ну, ящеров вот этих вот. Ну, по логике, вроде бы как так. Пойдем кассетку вставим. Я принес тебе кассетку для видака, держи. И он гонит как будто по трассе. Сейчас переключим канал. Но тут головоломка, нифига себе. Мы сейчас будем делать трассу. Трассу. А как понять? Вот этот дом. Нужно ехать по зеленой трассе. Или не по зеленой. А, вон оно, обозначение. Смотри, зеленая трасса, это значит лес. Если пальмы, то это желтая трасса. Вот у нас тут пальма сейчас, желтая трасса идет. А, цветочек, это у нас значит голубенькая трасса. И пески, горы, это значит у нас оранжевая трасса. Все логично, да? То есть мы сейчас находимся в зеленой зоне, но у нас показано, что желтая. Ну то есть пальма здесь вот есть. Как бы непонятно, да? Ладно, давай просто проедем и посмотрим, что будет, что произойдет. Так, мы поехали. У нас сейчас просто вот, типа, вот такие вот горы. Получается, мы сейчас находимся где-то здесь. Правильно? Нам надо повернуть тогда... А как смотреть на вот эту карту, если у меня только вправо, влево и вверх есть? Не знаю даже. Ладно, давай повернем. Вот сейчас, получается, мы здесь. Нам нужно повернуть направо, если мы прямо едем. Направо, вот сюда. А нам куда вообще нужно выехать-то? Откуда мы едем вообще? Я понял, что нам до дома надо добраться. Откуда мы едем-то? Вот их фиг их поймешь. Откуда мы поехали-то? Непонятно. А, подожди. Пальма желтая есть? Желтая. Я не вижу вот этих вот... Ладно, допустим, дальше едем. Повернули направо. Налево. Вот лес. Так, после леса что у нас пойдет? Если направо. Синие цветочки. А где мы можем? Мы сейчас где-то здесь едем, получается. Вот так вот едем. Давай прямо проедем. Еще раз цветочки. Ага. Едем прямо. Оранжевый. Мы вот здесь вот сейчас с тобой находимся. Так, получается, едем... вот здесь вот мы находимся. Значит, налево едем. Правильно? Нет, блин, неправильно. Неправильно. Давай наверх. Ой, куда-то я не туда повернул вообще. Так, в лес уехали. Мы здесь, получается, да? Давай развернемся. Едем вверх, опять цветы. Вот тут мы. Если мы повернем, будет желтое что-то? Нет, нифига. Блин, я запутался. Ой, куда это мы приехали? Ну, давай наверх проедем. Пальмы. Проехали. Вот мы где-то здесь, получается. Вот тут вот. Если я сейчас проеду еще вперед, опять пальмы, еще вперед цветы. Это ж мы где-то здесь, получается. Ладно. Едем вперед. И куда, и как? Я вообще не понял, как мы там оказались. Вроде бы мы были здесь где-то. Значит, мы были здесь и вот... А, ну да, логично, вот мы здесь. Все. Так, поехали. Значит, вот эта поляна, это где мы? Едем прямо, лес. Мы, получается, ехали отсюда. Вот так вот ехали. Нет, не отсюда, мы два раза проехали. Или мы вот здесь вот где-то. Ладно, едем прямо. Цветы. После леса цветы. А, получается, мы где-то здесь. Вот тут вот мы. Если мы сейчас прямо проедем, должен быть лес. Нет, нифига. Может, еще один отрезок? Я не понимаю, как, по каким отрезкам считается здесь. От перекрестка до перекрестка, либо... Либо вот от начала и до конца, от точки А до точки Б, да? Либо здесь вот точка А, точка Б, и вот точка Г еще есть. Как бы я вот не понимаю, как тут идет счет. Ну давай прямо еще раз проедем. С леса мы приехали вот сюда, получается. Если я поверну налево, я в желтую зону уеду. Нет, нифига я в желтую зону не уехал. Я повернул сюда, получается. А если еще раз мы проедем? Нет. Это разворот выходит. Я правильно понимаю? Если направо или налево, то я разворачиваюсь как бы. Так. Давай назад. Желтая вот теперь. Блин, как это происходит, вообще не понимаю. Допустим, прямо давай проедем. Вот, цветы, значит, мы где-то здесь. Нам сейчас нужно повернуть налево. В лес заехали.
Теперь еще раз налево. Наконец-то все срослось. Приехали домой. Дом прибежал, прикинь. Здорово. А вот и руль, кстати. Нам же руль нужен? Отлично. Да-да. Теперь нужно кактус пойти. Пойдем. Кактусик. Я тут газонокосилку тебе принес. Ей намного удобнее, чем бритвой бриться. Но не факт, что она тебе поможет. Ну, вроде как, ей это в удовольствие. Пока бензин не кончился, хватаем бритву и идем. Бритва нам для чего? Для чего нам бритва? Погоди, руль, это же как вентиль, по идее, должен подойти. Да, подошел. Вода течет, и теперь мы можем тумблеры повтыкать. Наверное. А, вот теперь да. Давай вот этот нажмем, что произойдет. Вода сюда. Если вот это нажать, вода туда. А нам куда воду надо вообще вылить? И для чего? Это мы все перекрыли. Если этот открыть... В ведро, может быть, нам попасть нужно. Понятно, это мы можем напор регулировать. Подожди, а если вот так вот? О, вот то, что нам нужно было, да. Вылетела трубка. Трубку хватаем. Но это как бы не для этого, не пузыри пускать. Трубка нам нужна, чтобы болт открутить. Вот этот вот болтик, вот тут вот, вот. Вроде как должно подойти. Давай попробуем. Угу. Нет, не подошла. Не подошла. Может, сеструхе отдать, чтобы она с колесом что-то намудрить могла? Нет, сеструхе не подойдет. А бритва для чего? А для чего? А, бритвой мы можем перерезать нитки парашюта. Вроде бы как. Пойдем попробуем. Так, чтобы тут ничего не топило. Я сделаю вот так вот. Все, отлично. Пошли. Сейчас попробуем. Кактус там вон вдали. Бреется газонокосилкой. Здесь мы больше ни с чем взаимодействовать не можем. К машине смысла идти не вижу. А, кстати, насчет зеркала. Я думал, у кактуса зеркало отобрать. Но зеркало он там не бросал вроде бы. Сейчас я подойду, посмотрю. Я только увидел, что он бросил бритву. А зеркала нет. Зеркало он не бросал. Понятно. Ладно. Пойдем с парашютистом решать вопрос. Парашютист. Сейчас я тебя спасу. Отрежу тебе канат и твоего парашюта. Если, конечно, это сработает с бритвой. Я думаю, что ему нужно дать бритву, и он там уже разберется, что кого. На. Ну ты мне должен будешь, Жабс. Я тебя спас. Ну да. Любовь, дружба, все дела. Что, он меня обматерил или это там ласкательно, уменьшительные какие-то слова он говорил? Значит, нам парашют надо забрать. Он нам нужен. Притащили сюда, отлично. Отлично. Для полотна сойдет, для крыльев. Самое то. У нас осталась еще трубка. Но для чего нам трубка? Для чего нам трубка? Трубка. Может, деду ее дать? Дед, тебе нужна труба? Он как раз с трубами что-то мутит. Реально, деду надо было отдать. Так, а для чего она? Может, для колеса подойдет? Нет. Сеструхе вообще ничего не нужно. Нечего ей давать. Так, труба. А для чего нам труба-то вообще нужна была? А, вот точно. Теперь я при помощи нее смогу вот здесь вот открутить. Вроде должно подойти. Давай, крути. Ну, не в ту сторону. Ну, хотя... Мы можем водички подлить в ведро, и должно все опуститься. Сейчас. Так, включай.
Вот. О! Еще и предохранитель, по-моему, упал, если это предохранитель. Похож на предохранитель, если честно. Так, ролики схватай. Схватай. Футболочку не хочешь взять? Не хочет он футболочку взять. Ну и давай предохранитель. Че ты репучишь? Предохранитель еще возьми. Хотя какой-то большой предохранитель. Так. И чего? Ролики, я понимаю, что нужно отдать, наверное, бабулечке. Бабе-тролле. Глаза в них. Ролики то, что надо. А вот эта штука, кому ее отдать? Может, жабам? Пойдем попробуем жабам отдать. Ну, этим ящеркам, которые там у меня скипетром своим стреляли. Жабы. Конечно, не знаю. Может быть, это какой-то здесь яд или еще какая-то микстура. Но больше это похоже, конечно, на предохранитель. В старых телеках такие использовались. Предохранители. Идем. Жаби. Жаби. Так, что я могу сделать? Нет, так я не могу сделать. И что, они сейчас меня опять подстрелят? Как бы смысл в этом я не вижу. Подожди. Не, это не работает вообще. Блин, а куда его вставить-то? Может, реально в телек? Подожди, давай назад вернемся. Давай-ка еще раз к телеку подойдем. К телеку. Ну, как бы нет. С телеком не повзаимодействуешь. Здесь тоже. Может, тоже бабе-троллю отдать? Баба-тролль. Я вроде пробовал уже ее отдать бабе-троллю, нет разве? Ага. Надо эту лужу перекрыть, чтобы не перепрыгивать через нее. Баба-тролль. Тебе нужна вот эта штука? Да нет, не нужна, я и пробовал. Че еще там нужно, расскажешь? Может, с дедом поболтать, слушай. Полотно есть, ролики есть, башки нету. Понял, надо с башкой разобраться. А чтобы с ней разобраться, нужно обойти ящеров. Дедуль, что-нибудь подскажешь, поможешь? Угу. Дедок нас послал. А в другую сторону мы можем как-то пройти? Сюда не пройти. Так. Сеструх, может, ты мне поможешь вот с этой фигней? Нет. Че у тебя с колесами? Понятно. Поняла, что ничего не понятно. Так, здесь я больше ничего крутить не могу. Давай-ка мы перекроем здесь воду. Чтоб она нам больше тут не мешала. А, я не могу перекрыть воду. То есть вода здесь зачем-то нужна. Зачем нам тут вода? В нее я кинуть ничего не могу. Воду. Ха-ха-ха. Может, просто к лягухам подойти и отдать им эту фигню? Или может сюда подойти? Сейчас везде попробую впихнуть эту штуку. Надо? Нет, не надо. Хм. Странная какая-то штучка. Если бы... Ну давай, все-таки, может, мы с ящерами обменяться попробуем? Типа я им это, они мне жезл. Просто подойду туда без бочки. Должно, может, сработать. Потому что других вариантов вообще никаких нету. Ребят! Либо они сейчас меня увидят и сразу запаникуют. А, ну да. Ну да. Блин, я застрял, походу. Подсказку брать не хочу пока что. Я как бы мог, но... Блин, а куда эта штука-то нужна? Куда ее впихнуть? И в бочку ее тоже не это... Подстав. Здесь мы жабс. А где жабс, кстати? Вот надо жабса найти. Уверен, что он бы нам помог. Может, к машине он пошел? Может, реально в машине что-то можно сделать? А, я, конечно, не думаю, но... Нет, тут ничего ты не сделаешь. Может, туда куда-то? Нет, туда никак. Больше никуда не уйдешь. Кстати, у машины есть зеркало, которым мы бы могли воспользоваться, когда в нас стреляют эти... Ящеры, но нет, отодрать я его не могу. Так.
А где же жаба тогда? Жаба, идите колотить, куда-то убежала. Ох, гемор какой начался-то, а? Но здесь точно нечего больше сделать. Здесь у нас все уже давным-давно сделано. Так. Так. Тут нечего 100%. Прям вот капец как. Ладно, уговорили. Давайте подсказочку. Подсказочку одну возьмем. И чё, я это делал 100-500 раз. То есть, кажется, я понял. Когда она отворачивается, ящерка со своим бластером этим, с жезлом, нам нужно подойти поближе. Вроде бы как намек на это. То есть, тут вообще вот эта фигня ни при чем. Она как бы тут нафиг не нужна. Ну, хорошо, пойдем к бочке. Я тут бошку ломал. Я даже вот подумать не мог, что нужно к ней подойти, когда она отвернется. Так. Сейчас она отвернется, и мы подойдем. Вот, можно подойти. Стоим. А, близко подошел. Хе-хе, привет, привет. Оу, бежим. Ну все. Сейчас будем пытаться подойти к ним поближе, чтобы вырвать у них этот жезл. Давай еще разок. Давай, еще разок. Так, стоим. Давай еще раз на всякий случай постоим, подождем, пока он отберет жезл. Так, пострелял. Блин, да как у тебя там из... Он же отбирал у тебя языком уже все его. Ха. Ладно, надо ждать, значит, пока анимация пройдет, когда он языком отберет у него жезл, и тогда только ползти. Хорошо. Вот, это произошло. Встань. Как это быстро все происходит? Ладно, нужно больше выдержки и терпения. Окей. Окей. Запрыгиваем. Пошли. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Идем. Стоим. Подождем. Ждем. Выдержка, все дела. Выдержка. Отобрал, подходим. Стоим. Подходим. Ну, кажется, я подошел. Давай, за хвост ее. Я у нее хвост оторвал. Отлично. Как надо? Давай хвост возьмем, пригодится. Да возьми ты его, пригодится же. Ладно, понятно, руками он голыми не хочет это трогать. Брезгует. Так. Жезл мы... Сейчас тут головоломка будет. Эти штуки нужно будет сейчас расставить, наверное, да? Потому что вот смотри, здесь 6, здесь 5, здесь 4. Или их нужно в правильной комбинации расставить. О, я, кстати, понял, смотри, грани. У нас здесь есть грани. 4 грани, значит, это сюда встает. Тут все просто, тут по граням, значит. Да, точно. Предохранитель сдох. Вот для чего нам предохранитель-то нужен был. Ставим его сюда. Отлично. Как надо. А зачем тут хвост ящера, я не понимаю. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Это идет сюда. Угу. А это значит сюда. Итак. Землетрясение. Башка дракона. Какая она здоровая. Так, ладно, пошли вниз. Интересно, а вправо можно было пройти за ящерами или нет? Ну да ладно. Получено достижение. Войти в голову дракона. Ну, то есть войти в дракона просто. Тут даже про меня, смотри, надписи есть. Как в Египте. Типа, настанет время, когда придет великий, достанет жезл и прогонит ящеров. Это про меня.
Хорошо. Даже по рисунку похоже, что это я, такая же прическа. Потом. Великий пойдет к дракону и будет просить у него голову дракона. Ага. Это прям вот предсказание, которое сейчас сбывается вместе с нами. Здесь смотри, какая-то дырочка есть. Отверстие, правильнее сказать, отверстие. Техническое отверстие. Куда мы что-то должны... О, головоломка, смотри, походу пошла. Жабы какие-то вон разные. Бошки. И вознесет этот... Мы кто? Как я говорил, придет великий, да? Но мы типа избраны. И придет, придет избранный и вознесет эту голову дракона до небес. Ну, естественно, он вознесет, когда сделает летательный аппарат. Точнее, тролли сделают летательный аппарат и вознесут его к небу. Потом он оденет эту голову на себя. И проснутся вот эти вот чудики, видимо, да? С которыми я должен решить головоломку. Вот она голова, смотри. А, взять-то ее не так-то просто будет. Тут силовое поле какое-то охраняет. И чтобы его отключить, нужно комбинацию какую-то сделать. А где нам эту комбинацию найти? Ну давай попробуем взять вообще. Может тут не будет никаких комбинаций. Да, комбинация нужна. Стрелки. Стрелки у нас были на жабах. Вроде бы. Сейчас я посмотрю. А, да, есть стрелка одна. Подожди, у нас здесь 4. Все, я понял, как это все делается. Нам нужно в самое начало уйти. И на камнях есть стрелки. Или нет? Вот стрелка, смотри, здесь есть. То есть направо. Ну, если это можно предположить, что это стрелка, а не знак. То есть направо, допустим. Допустим, направо. Точно направо? Надеюсь, что направо. Дальше идем. Здесь стрелок никаких нету. Здесь есть стрелка вот здесь вот. Она вниз показывает. Вниз. Направо, вниз. Допустим. Здесь вот тоже есть намеки на стрелочку. Но непонятно. Подожди. Здесь какие надписи были? Здесь такие надписи были. Так. Ну давай предположим, что направо, вниз. Вниз, вниз, вниз. На лягухе налево. На лягухе налево. А еще один значок где-то должен быть. Налево. Ха-ха-ха. Дальше нельзя пройти. Так, ладно. Получается. Ой. Направо. Вниз. Влево. И тут ничего. Нет, это не оно. Это не оно. Угу. Так, тогда нужно что-то... Ну, видимо, знаешь, с жабами эта головоломка какая-то другая. Вообще не относящаяся к комбинации. А где мне комбинацию-то узнать-то, а? Она явно где-то нарисована. Она, видимо, на рисунке где-то есть. Так. И вознес он ее вверх. То есть это вверх. Картин всего 3. Правильно же? Правильно. То есть по рисункам надо понять. Жезл он поднимает вверх. Жезл он поднимает вверх. Потом он садится на колени, то есть вниз. И потом он ее опять возносит вверх. То есть вверх, вниз, вверх. А, точно. И потом он ее надевает. Или одевает. Как правильно? Надевает или одевает? Одевает. Да, потом он ее одевает. На себя же одевает. Получается, что крестик. Вверх, вниз, вверх. То есть такая логика, наверное, присутствует. Вверх, вниз, вверх. И одеть на себя. Может, вниз? Нет. Прикинь, нет. Нет, логика не такая. Он возносит. Может, крестик? Здесь крестик? Вниз. Где-то какие-то рисунки тут присутствуют. Что-то на рисунках вот должно же быть, вот явно. Что-то на рисунках должно быть. Что-то с рисунками связано. Может, давай еще раз посмотрим и что-то увидим? Да нифига он не видит. Он нифига не видит. Тут он садится на колени. И здесь уже иероглифы пошли какие-то.
Иероглифы. Ну, допустим, наверх. Второй рисунок наверх. Нет, тут иероглифы вообще непонятны какие-то. Тут иероглифы непонятные. Вниз. Должны быть повторяющиеся иероглифы. Точно! Повторяющиеся иероглифы — это и есть комбинация, наверное. То есть, вот, один и тот же иероглиф. Да. Походу, да. Долго же я тут ломал голову. Значит, смотри, у нас тут один иероглиф, который повторяется. Вот этот вот. То есть у нас идет первый пропуск, ничего там нету. Потом идет вверх. Потом идет повторяющийся иероглиф. Тут есть? Повторяющий иероглиф. Потом вниз. Вот, потом вниз. Вверх-вниз. Повторяющийся иероглиф. И снова вниз. Получается, ничего нету. Вверх-вниз-вниз. Выходит вот так вот. Здесь ничего у нас нету. Вверх. Вниз. Вниз. Нет, опять не оно. Да что ж ты будешь делать-то? А как? Что, подсказку уберем? Вниз. И здесь тоже вниз. Два раза вниз. Все у нас правильно. Тут, кстати, несколько иероглифов повторяется. И здесь, и здесь. И здесь, и здесь. Может, поворот головы? Слушай, да, может, поворот головы? Так, подожди, голова. Точно, наверное, поворот головы. Здесь головы нету, значит, здесь пропуск. Голова смотрит вниз. Здесь она смотрит вправо, правильно? Вправо, вниз, вправо. Здесь она смотрит влево. Все, направление головы. Надо было сразу об этом подумать. Речь же идет про голову, правильно? И тут даже на пьедестале нарисована голова. То есть, блин, я забыл. Пока шел, что-то какую-то речь двигал, я уже забыл, что. Значит, здесь точно нет. Там у нас голова куда? Вниз смотрела, потом она смотрела вправо и влево. Да, точно! Направление головы. Окей. Очень много времени потратил здесь, капец как много. Забираем. Бошку. Одевай ее. О, дракон появился. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, назад пути нет. Идем только вперед. Ладно, по льдам. Главное не просрать голову. Ох ты, ё-моё. Подожди, назад можешь сходить? Нифига себе, это что за диско? Тут клуб начался. Так, ладно. Вот это вниз. А, направление можем менять, да? Я вроде бы как тебя наверх попросил. Вроде как наверх попросил. Так, подожди. Мне нужно как-то лазер перенаправить. А как мне это грамотно сделать? Как мне лазер перенаправить? Вот это... А, все, ясно. Ясно. Вот, перенаправил. Следующая ступенька. Ха-ха, вон оно что. О, пес, который гонит нашего кошака. Как это забавно. Одевай бошку. Наверх надо, да, как-то? Наверх поднять. А, нет. Подожди. Вот сюда. Вот так. Нет. Не так. Секундочку. Вот, надо вот так вот сделать. А этот куда у нас станет тогда? Его нужно посерединке как-то сделать. Как мы тебя посерединке сделаем? Вот то, что нужно. Он направил правильно теперь луч. И нам нужно... А, ну вот, все. Да, решили. Бежим дальше. Побежали. Затопил немножечко там. Но сейчас будет еще круче. О, жабсы. Жабсы на грибочках. Погнали. Ох. Направление вниз, вправо, влево. Значит, нам вот этот 100% нужен будет где-то здесь, наверху. Только понять где. Вот этот вот идет вниз. 100%. А, нет, прикинь, нет, я ошибся. Я ошибся. Походу я ошибся.
Вот этот нам нужен будет здесь, внизу. Похоже, что вот так вот его нужно направить. Этот вот так. Ха. Нет. Я думал по длинной дистанции, но нифига. Не по длинной. Если так, тогда нам нужен другой. Нам нужен другой. Ты нам нужен. Он направляет наверх, а потом направляет направо. Как это все сложно. Так, подожди, тогда ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Твое направление потом меняет вот этот чувак. Чудак. Давай, поднимайся. Ну же. Вот, он меняет сюда. И что я сделал? Тупая затея, тупая идея. Короче, я понял задумку, но сейчас попробую ее реализовать. Сейчас у меня в мозге весь пазл сложится. Значит, что нам нужно? Нам нужно направить его направление луча вниз. Для этого нам что нужно? Или даже не вниз, наверное. Даже, возможно, не вниз. Так, так, так. Вот, он направляет его туда. Нам просто нужно как-то направить... А, подожди, вот этот вот у нас идет наверх. Вот здесь он остается у нас. Блин. Вот этот выходит... Сейчас. Вот этот выходит здесь должен встать. Вот, да, кажется, получается. Вот, вот как надо было сделать. Да, все сложилось. Отлично, идем дальше. Леди Гоу. Последняя, самая сложная головоломка, наверное. Ну, кстати, может, и не последняя. Так, а что делает вот этот вот у нас чувачочек? Что ты делаешь, чувачочек? Блин. Сейчас, 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 минуточку. Это не так, а так вот. Этот сюда. А, все понятно. Он должен быть здесь где-то стоять, чтобы пропускать луч. Угу. Ага. Значит, выходит, что... Выходит, что? Что выходит у нас? Где-то здесь должен быть луч у нас. Правильно же? Блин, как бы мне тут встать-то теперь? Мне нужно его направить, вот этот вот, 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 дракошку, его вот сюда вместо желтого поставить. Как мне это сделать? Только вот таким вот макаром, наверное. Да, только таким. Получается, то ты идешь сюда. Ой, далеко улетел, подожди, назад. Вот, он встал сюда. Желтый идет сюда. Ага. Давай назад. Вот. А, так тоже сработало, слушай. Я немного другую хотел комбинацию сделать, она тоже прокатила, но так тоже прошло. Ладно. Все, мы выбегаем с этой пещеры, наконец-то. Башка у меня, но что-то какие-то странные звуки. Лягуха. Че, мы идем вперед, давай. Тихонечко. Аккуратненько. Выход из пещеры. Интересно, где мы выйдем? Давай, поднимайся. Не сыкуй. Все нормально, я с тобой. Нифига себе, тут ступенечки. В космос, что ли, поднимаемся? Здоровая жаба с короной. Давай нажмем на нее. Драдуди! Что произошло? Не говорите мне, что она сожрала меня. Знакомая, очень знакомая. Все вот это вот. В самом начале также сидела моя сеструха и охотилась на кого-то. По-моему, на жабу. А, нет, не на жабу, за петухом. Вот в таком же пейзаже. Давай, просыпайся. Это сон сеструхи, ё-моё, ядрить колотить меня. У нее такая же поляночка была. Из травы. Назад можешь пройти? Нет, назад не можешь. Нам сейчас, по всей видимости, проснуться надо. Я иду. О, снова этот петух. Я беззубый? Ничего себе. Это же кто мне зуб-то выбить успел? Подскажите мне.
Снова я большой, маленький. А, там тоже же была лягуха, помнишь, у моей сеструхи во сне? С чашечками головоломка была. Выпросил корону себе. Квак! Да ладно, из меня гуся сделали? Ну, такой стремноватый сон, если честно. Так. Получено достижение Inception. Эй, просыпайся. У меня есть драконья башка. У меня есть корона. Мы ее можем взять с собой? Или нет? Давай корону-то возьмем. Отлично, пригодится. Кстати, башка. А почему башка-то? Куда у меня башка исчезла? Выйти. Получено достижение выйти из драконьей пещеры. Заставочка была прикольная. Я жирный, ловлю мух. Так, ну хорошо. Давай попробуем в эту сторону еще прогуляться и потом идем обратно. Почему у меня в сумке нет драконьей башки? А, вот теперь появилась. Оу. Снова указатель с длиннющим километражом. Здорово. Огроменный кот. Куда ты пошел-то? Ну, короче, мы через него не сможем пройти. Мы только через него пролететь сможем. Ясно, это типа своего рода тупик в игре. Говорящий нам, типа, возвращайся обратно, делай летательный аппарат и лети. Ну ладно, сейчас сделаем. Без проблем. Мне только туда на своих двух дотопать надо. Далековато же все-таки. Я полпути уже своими ногами, в принципе, прошел. Мог бы и дальше так на своих двух топать. Луна пока что держится, хотя прошло уже времени, то его куча. Я думаю, если бы это все происходило в реальном времени, то мы бы уже давно-давно не смогли бы вернуться домой. Потому что Луна бы превратилась в Солнце. Перепрыгнули. Ну чё, тролли, я все достал. У меня все есть. Смотрите. А корона нужна? Нет, корона им не нужна. Погоди, а надо было корону попробовать отдать коту. Кстати. Подожди, я сейчас быстренько туда вернусь. Ты сможешь вернуть? Чё-то ничего не происходит, я не могу тыкать никуда. Почему? А, надо поболтать, да? Надо поболтать. Блин, реально, надо было корону попробовать отдать коту. Ну чё, я все собрал? Сеструха наконец открутила колесо. Красавт! Он еще и пердануть успел. Он дал мне все необходимые материалы, чтобы я собрал этого робота. Ну, летательный аппарат. Говорит, я дальше ничего не могу, давай сам. Окей. Значит, вот это вот. Это вот. О, бошку. Все ясно. Пуговка. Вот так вот. Нет, это не сюда разве? Это же сюда. Вот, и потом еще сверху, смотри, вот можно вставить. Башка сюда не вставляется, нет? А вот эти штучки, это куда? Эти штучки. Можно сюда поставить. Так, подожди, три штучки, это подождите. Три штучки, по-любому они сюда вот ставятся. Нет, не сюда. Так, ну ладно, давай сюда поставим. А без них мы не можем, да, поставить вот эти штуки? Так, у меня здесь есть еще картинки какие-то. Можем полистать. Чего? А, это инструкция по сбору летательного дракона. Из Икеи, видимо, да? Ладно. Смотри, по башке молотком бить нельзя. Я понял. На голову одевать тоже нельзя, хотя я одевал. Так, если вдруг у вас отвалилась челюсть, то позвоните, пожалуйста, в сервис. Окей. Значит, вот как это все должно выглядеть. У вас есть вот инструменты, все необходимое. Окей. Все в достатке. А, вот это длинные, вот это короткие. Угу, ясно. Что первое нужно? Три штуки вставляем сверху. Обычные, не длинные. Значит, они нужны были... Все, это я упираю. Вот, это должно быть здесь. Вот так вот.
Так, дальше что? Потом на них ставятся вот такие вот штучки, заклепочки. Это типа грива, да, его? Дальше две штуки вставляются сюда, большие. Вот они здесь вставляются. И дальше, наверное, цепляется башка, да? Нет, не цепляется башка. Окей. Дальше читаем. Откручивается вот эта штука. Берем отвертку, откручиваем. Это все откручиваем. Ага. Снимаем. Оу. Оу-оу-оу. Плюс-минус нолик. И здесь у нас какие-то странные обозначения. Давай дальше смотреть. Значит, вот какое должно быть обозначение. Плюс нолик минус. Тут все правильно. А дальше у нас P перевернутая треугольник. Стойте минуточку. И треугольник должен быть. Вот так вот, наверное, да? P вниз, P влево, и минус треугольник, правильно же? Минус треугольник. Так, неправильно сделал, подожди. Минус треугольник. Плюс с P вниз. Плюс P вниз. Вот, все, сработало. Теперь это все надо закрыть. Угу. Вставляем. Так вот. Закручиваем. Теперь бошку, видимо, надо нацепить. Да, теперь прокатит башка? Нет, башка не прокатывает еще. Значит, рановато для башки. Дальше. Винты все закрутили. Лампочку. Лампочка горит, да, у нас все, огонь. А, встает вот сюда вот эта вот штучка. Ага. Дальше. Дальше еще две штучки таких. Вот как раз они у нас остались. И вот голова. Тебе только мебель собирать. Поройцин и отрыжечка. Круто. Все собрано. Вот для чего корона нужна была. Дыра коча, да. На тачке гоняет тролли. Ну вот мы и летим. А, это собака летит. И кошка. Ой. Их эпопея продолжается. Ага. Можем управлять нашим летательным аппаратом. Чтобы не попасть в драконов, видимо, да? Ладно, летим. Летим. Бабочку надо схватить. Бабочку возьмем. Бабочки указывают нам путь. Путь, по которому надо лететь, видимо. Слушаем музыку и летим. Что, на нее приземлиться надо, что ли? На этого летящего сама? А, это ты! Дед-фей! Корона еще упадет. Эх, лошара! Фух, поймал. Время на подходе, вам нужно пройти через ворота. А, нет, он говорит, сохрани корону, чтобы пройти домой, она откроет врата. Ясно. Вниз падаю, тихо. Тихо, летим. Я все контролирую, без паники. Где пролететь, по низу или посерединке? Посерединке пролетим. Ой, что случилось? Что случилось? Сменилось немножечко время. Луна-то теперь видишь какая. Типа полночи прошло уже. Здорово, ты кто такой? Здоровый птиц какой. Ладно, давай немножечко ускоримся. Виу. Я же могу вперед-назад лететь, правильно? Вот мы и ускоряемся. Ой, какие длинные шпалы тут. Вы кто такие, ребят? Вниз. Вниз, давай еще разок. Бабочки все. Все собираем, бабусечки. Вот. Адуаны.
Как мы быстро летим. Ой, сколько здесь бабочек. Нифига себе, сеструха, ты шумахер. Давай поаккуратнее, а то я корону чуть не потерял. Да посмотри на нее, а. Облачко разозлилось из-за того, что мы... Ой, корону сейчас потеряем. Мы, короче, все просрем на свете. Капец. И сейчас ее кто-то свистнет, по-любому. Снова ты? Я ж тебя спасал. Вот я говорил, не надо его спасать. Но я же говорил, не надо его спасать. Теперь он король. Привет, ребят. А где моя сестра? Вы не видели мою сестру? Ну, ладно. Пока что вроде... Вообще все плохо. Все плохо. Но мы, по крайней мере, куда-то долетели. И там, я вижу, уже солнышко светит, да? То есть мы не успели до врат добраться. Поэтому следующая история у нас продлится чуть позже, в следующем ролике, где мы продолжим добираться до этих врат. И, надеюсь, удачно. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Не забудь поставить лайк под этим видео. Подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну и, конечно же, подпишись на Яндекс.Дзен. Все ссылочки в описании. На Яндекс.Дзен дублируются все ролики с Ютуба, на всякий пожарный. Ну а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи!